тут мы открыли с вами новый магнит. В общем, все приезжайте в Белореченск. Будем закупаться там. И хочется снять болтологическое видео о изменениях в своей жизни. А точнее, измерители влажности и жирности кожи с Алиэкспресс. Ссылку я оставлю внизу. В общем, нужная вещица на сухое, без косметики. Лицо прикладываем вот так. И измеряем. Давайте попробуем в руке сначала. процентов воды, 13,6 жирность. Честно говоря, я не совсем разобралась в том, как действует эта штука и как эти показатели считывать отсюда. Если кто знает, напишите. Попробуем так. Это на тональный, но тем не менее на тональный. 32% воды, жирности 14,7. Честно говоря, я не знаю, что это. Мне кажется, у меня кожа суше была гораздо. В общем, я не знаю. Кто знает, напишите мне внизу. Ну, это, пожалуй, единственный мой заказ с Алиэкспресс за долгое время теперь. Немного о нелегкой стороне блогерства. В общем, мне один милый парень пишет комментарий не в попад вечно. Я выставлю этот комментарий один из здесь или здесь. И у меня есть одна просьба. Милый мальчик, пожалуйста, напиши хотя бы на английском. Иначе я не понимаю, что ты хочешь. Я бы и рада тебе ответить. Но я не совсем понимаю, что ты хочешь мне об этом сказать. Если даже ты и живешь где-то на островах, девичный праздник, это же еще не значит, что там нет переводчика. Ну напиши, я не знаю, что можно тебе ответить. Так сказать, еще нет даже 10 тысяч подписчиков, а уже хейтеры. А может быть и не хейтеры, а может быть поклонники. Я не знаю, честно говоря, что он хочет. Ну просто вечно банить и следить за ним я не могу, он создает новые анкеты, кажется. Пожалуйста, не надо создавать новых анкет. Пиши с одной хотя бы, ну. И не пиши гадости, и я не буду вообще на тебя внимание обращать. Ну, как-то так. Не знаю, дойдет ли до него, если он посмотрит это видео. А в целом на блогерском посту тихо, мирно. И никто не кусает. Это первая новость. Вторая. На мне вот замечательная кофточка замечательного набора, костюма, который я приобретала в «Леди и джентльмен». Возмолье, отгори выбор. И я покажу вам образ в целом. В общем, очень casual, очень мне нравится. Может кто-то сказать, что не по возрасту, но меня все устраивает. Маечка очень легкая, Гэри Вебер молодец. Просто. Я обожаю все Гэри Вебер. Я бы покупала его и покупала. Может быть, кто-то из Гэри Вебер меня услышит. Ну, просто вот. Изготовлением украшений из мастики для тортиков. Не знаю, ну вот пробую. Я оставлю фотографию моего произведения, где все это сушилось, делалось вручную, добавлялся краситель. Ну, в общем, очень все классно так делалось. Не знаю, тут бы юриспруденция заниматься, почему-то тянет на изготовление тортов. Ну, в общем, посмотрите. Буду очень познавательно, может, кому-то понравится.
На день рождения маме я испеку тортик и с мастикой. В общем, возможно, вы еще его увидите. Вот. На этом, пожалуй, все. А, нет, не все. Я была на фильме «Мумия». В общем, как сказать, как бы сказать. Кто-то снимает обзоры на этот фильм, говорит, что не понравилось, там целая теория, ну, нестареющий Том Круз и Рассел Кроу, который немножко поправился после своих ночных загулов. Это да, это действительно удивляет, вот это страшно. А «Мумия» так себе. Загнанная в угол женщина, которая не знала, что сделка с Эдом обернется такой головной болью. Лучше бы она вот это при правящем брате отдыхала себе, воевала и, в общем, жила счастливо. Но ей этого было мало, и вот что в результате. И да, Том Круз стал Сетом, ну, воплотился в него кто-то из древних богов. Сет, я так понимаю. И скакал он со своим другом по пустыне. Скакал, да. Не знаю, я его недолюбливала, честно говоря. Но потом, как я увидела, что он не стареет, не знаю, что-то даже нравится. Ну, в общем, я буду фанатом, да. В тишине. И, кстати, в сити-центре очень вкусный попкорн в карамели. Так что, кто будет, попробуйте обязательно. И классные 3D-очки. Где-либо они не такие хорошие, вот там, это да, это просто супер. И удобное кресло. Вот и все. А еще кое-что вам покажу, кое-какое средство, и поделюсь своим мнением о нем с вами. Это будет последнее, что я сниму. И дальше мы перейдем к очень интересному. Кое-чему, что подойдет для блогеров, для съемки макро. Макро-видео, макро-фото. Так сказать, некие декорации. Для предметов, которые вы собираетесь фотографировать. Думаю, я понятно говорю. Ну, а сперва мы посмотрим на одно замечательное средство. И вот она я, Lancome Energy DV. Я как-то снимала обзор, в котором говорила, что приобрела его в Ашане. В общем, без золотой карты в Ривгош он стоит 4, а золотой 3 с чем-то. Вот я решила попробовать, что же это за удивительное чудо-юдо, такой этот лосьон. Тут его 200 мл, кстати. Очень приятно пахнет, с блесточками, но на коже их не видно на лице. В общем, что могу сказать? Неплохо увлажняет, освежает, не липкий. Сделан, кстати, в Японии. Но японцы большие мастера изготавливать всевозможные лосьоны, тонеры, ну и прочее. И прочее, прочее, прочее. Я вам. В общем, приятный. С крышечкой такой металлической. Можно даже вытирать лицо, видя, что вот вы себе вытираете. Ну и вот, пожалуй, все, что я хотела сказать. И Lancome пусть меня простит, но вот такого эффекта прям вау, ой, как супер. Я не почувствовала, но приятный такой лосьон. Он должен освежать и перли лосьон. В общем, такой лосьон от Lancome. Попробуйте. Потом скажите свое мнение. Ну что же, а мне пора закругляться, потому что у меня другие дела.
Кстати, я сниму видео про комплексы, борьба с комплексами. Как не слушать, что говорят окружающие, и обращать внимание только на себя, жить своей жизнью. Но единственное, что я хочу сказать. Пока что я пошла в спортзал. Я не стала супер худой, но уверенности немножко появилось больше. И в особые дни организм ведет себя получше. И без всяких задержек. Ну вот это, пожалуй, и все. Я еще буду снимать видео. Я не знаю, решусь ли я снять. Конечно, многие мои друзья и на работе, кто посмотрит, скажут, что она сошла с ума. Но не знаю, мне хочется очень это видео снять. Ну, давайте продолжим дальше. В общем, пробуйте, пытайтесь. А, еще я молочный коктейль сделаю. Или вот заморжу с мятой. Потому что летом, когда хочется чего-то такого, и очень хочется мохито, а мята напоминает мохито частично, только безалкогольно. Ну что же, а на этом точно все, иначе я могу говорить и говорить. Ну что такое? Для приготовления одного молочного коктейля нам понадобится... Мороженое 48 копеек напополам. Все разделить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Простите, банан. Один банан. Сироп гренадина. Из магазина кофейная кантата весь, пожалуй, я использую. Тут осталось всего ничего. Молока. Сливок немного. Или все. Вот добрые традиции. Изготовитель Беларусь. Республика. В общем, Могилевская область. Любители своей области. Поздравляю вас. У вас замечательные сливки. Молока. Вкуснотеево. Пожалуй, пожалуй. И сейчас я положу мороженое остальное, буду взбивать. И сверху положу мяту. Сейчас мой ассистент принесет мне мороженое, потому что рукой невозможно ничего делать. Вот это 48 копеек. Шоколадное. Я уже говорила. Пока люди празднуют 12 июня, мы взбиваем коктейль. Ну что, это все? Сейчас накрываю крышечкой и взбиваю. Бокалом. Но вино от этой грусти не спасет, как в песне. Сейчас вот могу показать. Сейчас будем наливать. Можешь показать, что одновременно идет готовка? Мы пиццу делаем. Я просто сейчас могу разлить все на стол. Поэтому держите. Поэтому ладно. Мы с ассистентом моим до конца дольем. Отлично. Сейчас подожди. Сейчас вот надо выложить пену всю эту до конца. Бросай. Ай. Ну, в общем, вот мяту я приготовила.
Сейчас сверху положим мята, и коктейль готов. И продолжим путешествие в мир экзотических восторгов. Вот. Неудачно немножко на улице белье. Сейчас трубочку. У нас какая-то новая пиццерия открылась в Белореченске. Вот, потом расскажу. Сейчас трубочку. Остатки. Вот мята я сорвала. Это ее положим в кубики для льда. Сначала ее, потом зальем водой и будем делать такое вот чудо. Но если даст кто-нибудь трубочку, то я, возможно, сегодня уже в этом столетии покажу. Ну вот и, пожалуй, все. Продолжим дальше. Я придумала идею, как снимать макро с вотчи и прочее. Вот купила такое яйцо пластмассовое, которое из двух половинок соединяется. В идеале, конечно, было бы лучше купить круг. Где-то я в Пятерочке, по-моему, видела. Вот сюда. Сводч, ну так. Я думаю, на фотографии это будет симпатичнее еще смотреться. Просто здесь камера не дает полного представления. Там вот лепестки роз. Если их рассыпать, то вполне. И соответствующие тематики. Продукт, крем или там помаду, допустим. Какая-то от Urban Decay. Кстати, неплохие помадки вот этот пробничек. Планирую тоже использовать. Ну, в общем, коктейль я по коктейлю рассказала, про это я рассказала. Ну, давайте дальше. Впереди вас ждет кое-что интересное. Так что оставайтесь со мной.